хочу поздравить всех женщин с 8 марта и сказать для молодых людей: не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. Перед разлукой у дверей нежнее с нею попрощайтесь. И уходить за поворот вы не спешите, вы не спешите. А ей, стоящей у дверей, как можно дольше помашите. Вздыхают матери в тиши ночей, в тиши тревожной. Для них вы вечно малыши, и спорить с этим невозможно. Так будьте чуточку добрей, опека их, не раздражайтесь. Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. Они страдают от разлук, и вам в дороге беспредельной, без материнских добрых рук, как малышу без колыбельной. Пишите письма им скорей, и слов высоких не стесняйтесь. Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. Любите маму, пока она смеется, и добротой горят ее глаза. И голос ее в душу вашу льется святой водою, чистой, как слеза. Любите маму, ведь она одна на свете, которая вас любит и беспрестанно ждет. Она одна с улыбкой вас встретит, всегда простит и все поймет.